прилетит со своей конференции? Через час. Чем бы ее порадовать? Может, испечем булочки с изюмом? Она любит. Отличная идея. А где тут рецепты? Что ищем? Ой, рецепт. Смотри, в ящике у плиты. Спасибо. Нашел. Замечательно. Так, что нам нужно? Молоко. Мука. Яйца. Изюм и корицу не видел? Корица здесь. А изюма нет. А изюма нет. Может, без него? Мама любит с изюмом. В магазин уже не успеем. Что? А в ней изюм. Тим Тимыч, ты гений. Поручаю изюм тебе. Тим Тимыч, а чем мама тесто замешивает? Миксером. Миксером попробуй. Хм, а это мысль. Не густо у тебя изюм. А ты тоже тесто еще не замесил? Ну, с миксером это быстро. Ладно, ладно, посмотрим, кто быстрее. Давай, скорей. Неловкий. Если вы такие ловкие, то помогли бы. Ладно, поможем. Выводи. Что там у вас? Фу, сверху все собрали. Надо нырять. Ну, ныряйте. Давайте быстрее, папа уже почти наладил миксер. Где изюм? Там темно. Изюма не видно. Ныряйте еще. Нет, так не пойдет. Нужен фильтр, чтобы очистить зерна от шелухинок. Воздух от пыли, воду от вредных веществ используют фильтры. Самый простой фильтр – это металлическая сетка. Такие фильтры стоят в стиральных и посудомоечных машинах. Они очищают воду, задерживая мелкий мусор и песчинки. Благодаря этому машины лучше работают и долго не ломаются. Проще говоря, фильтр помогает отделить нужное от ненужного. Я видел у мамы такую сетку. Правильно. Ида, держи сито над тарелкой. А теперь сыпь кашу. И тряси, чтобы хлопья просеялись, а изюм остался. Папа уже миксер включил. Тряси быстрее. Миксер слишком мощный. Тесто слишком жидкое. Пусть муки добавить. Муки добавить. Точно. И откуда ты все знаешь? Неси еще. Вадик, в сети уже один изюм. Ух ты, получилось. Пап. Что? Изюм нужен. Ого, как ты сумел так быстро? С помощью фильтра. Она называется сито. Все слышали историю про Золушку. Злая мачеха не пустила ее на бал, а вместо этого высыпала в залу мешок гороха и велела Золушке весь его оттуда выбрать. Но мало кто знает, что именно фиксики помогли ей отделить горох от золы с помощью сита. Да-да, Золушка дружила с фиксиками. Следы фиксиков можно найти и в других сказках. Мальчик с пальчиком или дюймовочка вам никого не напоминают? Откуда взялись в сказках эти маленькие человечки? Очень может быть, что когда-то давно сказочник просто попался на глаза какой-то... неосторожный фиксик. С этого и начались многие сказки. А у нас сюрприз.